В общем, заказала я от этой Lily Silk. Они делают вещи с шелка, с кашемира, рубашку с шелком. Вот. Единственное, что меня напрягло, ну тут всякие эти ихние, вот это ихний сайт, что это с Китая сделано. Я сама была в Китае в 2019 году. И вот, ну, могу сказать, мы были на фабрике, где делали чистые шелковые изделия, то есть нам это все показывали. Я даже сама заказала у них наволочки с чистого шелка и потеряла, не помню где, либо в автобусе, либо на вокзале. В общем, жалко было, потому что они не прям дешевые были. В общем, я уже раскрыла эту упаковочку. И тут в этой упаковке вот как бы как складывать эту одежду. Тут везде пишется, что аккуратно, да, это шелк, все такое. Я надеюсь, что это чистый шелк, поэтому мы тогда и ездили на эту фабрику шелковую, потому что они делают это, и чтобы там купить. Но там тоже не дешевые были вещи, вот это шелковое. Все, вот все шелковое, оно не дешевое, так же самое и кашемир. В общем, рубашка, она тут вот, сейчас вам покажу. Вот такие вот штучки всякие разные. Тут дополнительная пуговица. По ощущениям, знаете, вот, ну, по ощущениям, как шелк. Я вот, я говорю, я не знаток шелка. Нам показывали, как это проверять. Но я, честно говоря, не хочу на рубашке, которая стоит, естественно, там ни копейки, проверять, настоящий ли это шелк. Но, ну, такая стильная она. Мне понравилась именно сам цвет. Под все подойдет. И вот, ну, так, по ощущениям, я говорю, для меня по ощущениям он чувствуется очень хорошо, приятно. Сейчас вам покажу еще, как она полностью выглядит. Вот так, сейчас она помята немножко. Так, ну вот она вот так вот выглядит полностью. Тут вот такие вот кармашки. Воротничок мне понравился. Здесь мне понравилось вот такие вот, как погонщики такие. Ну, я же говорю, стильно она так выглядит. И цвет такой классный, приятный. И вот такая вот чуть длинненькая. Вот, я надеюсь, что она мне подойдет. Размер подбирала я. Ну и тут стоят опять же, да, как за ней ухаживать, как мыть и так далее, да, чтобы осталось вот это качество шелка. Вот, поэтому вот буду уже вам говорить по ощущениям, или вернее напишу уже в комментариях, как это по ощущениям было. Ну, так говорю, по виду так неплохо. Так что могу ссылку оставить вам в комментариях. У них там тоже скидочки есть. Вот, поэтому хотелось вот что-то шелковое заказать. И у них была как раз акция. Вот, пуговички такие вот. Я говорю, я пока не знаю. Вот, ну, выглядит все очень, очень аккуратно. Вот как шовчики тут смотрю, тоже все так аккуратно выглядит. Ничего нигде не торчит. Знаете, как обычно, вот китайские вот такие вот вещи. Но также на задней стороне, вот если видеть, видите шовчик, да, все очень аккуратно сделано. Хорошо все прошито, все сделано, поэтому пока ничего не могу сказать. Ну, в общем, вот такие вот дела.